Здравствуйте, с вами любимая компания «Электромотор». Сегодняшний наш видеообзор будет о источнике бесперебойного питания торговой марки «Люксион», моделька UPS 1000ZD. 1000 – это у нас, значит, вольт-ампер, но на самом-то деле мощность его составляет 600 Вт. Сейчас мы с вами распакуем, посмотрим, как он выглядит, какие у него преимущества. Компания «Электромотор». Итак, перед вами моделька UPS 1000. Имеет микропроцессорное управление. У него чистая синусоида. Идеально подходит для котлов, циркуляционных насосов, также другого оборудования. Есть подключение к компьютеру. В комплект у нас идет шнур. Идет гарантия. Гарантия составляет у нас 2 года. Следите за тем, чтобы у вас был... Какой-то диск есть? Диск, это да, это специально для компьютеров, если идет. Гарантия. Следите за тем, чтобы был заполнен гарантийный талон. Чтобы была печать, подпись. Гарантия составляет 2 года на данную модель. Идет инструкция по эксплуатации, где четко списано, как, что, при какой температуре работает ИБП. Как подключить, как следить, как, в общем, все. Вот, все кнопки для управления даже есть, да? Кнопки управления, да, что куда подключается. Читатели спрашивают, что это, Да, спрашивают, звонят, показывают, ну, в общем, разные модельки, какая у них характеристики. Весом он где-то около 12 килограмм, 600 ватт его мощность, напоминаем. Итак, мы его достали с нашей упаковочки. Вот так вот он выглядит. У нас впереди идет панелька, LCD-дисплейчик, кнопка включения-выключения. Ну, это все вы сможете увидеть в инструкции. Она идет в комплекте. То есть показано переключение на батарею, уровень заряда. Но, к сожалению, подключить мы сейчас его не можем, потому что нужно подключать к нему аккумулятор. Без аккумулятора он не включится. Так что не пугайтесь, если вы купили и включили в розетку без аккумулятора, что он не заработал. Все хорошо, он заработал, только подключите к нему аккумулятор с помощью вот таких вот клемм. Они тут у Люксиона, у данной модельки, ну, как видите, довольно-таки длинные. Сзади у нас две розеточки. Есть вентилятор, то есть функция стабилизации. Все, в общем, он переключается на батарейку. Можно подключить любую аккумуляторную батарейку 12-вольтовую и подключить также и оборудование, допустим, котел. Вот так вот две клеммы идут у нас в комплекте. Такой он довольно небольшой, хотя мощность составляет 600 Вт. Существуют в ряде люксионов различные модельки. Есть подвесные, есть напольные. Также различных мощностей на 560, на 350, на 300, на киловатт. То есть их очень много. Все зависит от того, по сколько... дисплейчикам отличаются? По дисплейчикам, ну, есть, да, есть по дисплейчикам отличаются. Бывают модельки с другими дисплеями, то есть там кнопочка включения-выключения идет и просто как табло идет. Здесь же как LCD-дисплейчик, на котором выводится вся нужная информация пользователю. Заследите обязательно за зарядом аккумуляторной батареи. Подключается любая аккумуляторная батарея, свинцово-кислотная, либо гелевая, либо джем, либо гель. Не рекомендуется подключать автомобильные аккумуляторы. Устанавливаются такие ИБП-шки в сухих помещениях, если, по-моему, до 40 градусов, ну, это все у нас в инструкции и 0, от 0 до 40. То есть хорошо должны быть проветриваемые помещения. Подключается аккумулятор и... Идете, приступаете к работе. Обращаем внимание, что сначала нужно подключить аккумулятор, потом ИБП нужно подключить в сеть, а лишь потом подключить оборудование. По вопросам покупки обращайтесь в любимую компанию «Электромотор». Мы все вам просчитаем, подскажем, насколько нужно подобрать аккумулятор, чтобы проработала ваша система по времени. То есть главное знать мощность насоса в котле. Так, люксионы, у нас супер цена для наших любимых подписчиков. На сегодняшний день ИБП на 600 Вт всего лишь 2700. С момента, 3 дня с момента выхода этого видеоролика вы сможете приобрести данную модель за 2700. Далее же звоните, торгуйтесь, у нас цены рекомендованные, но мы любим своих покупателей, уступаем им. То есть все вопросы задавайте, звоните, не стесняйтесь. Компания «Электромотор» 530-38.